Здравствуйте, всех рад приветствовать, уважаемые гости, а также подписчики нашего YouTube канала. В этом видео поделюсь с вами секретом, как изготовить сильнейший концентрат, ложки которого хватит, чтобы рыба клевала двое суток напролет. Добавлять можно по теплой воде, по холодной, зима, весна, лето, осень. Добавлять в прикормку, либо если ловим зимой, хватает добавить такого концентрата прямо сразу в лунку. Столовую ложку добавляю. И клев у всех рыбаков поблизости отключается. Вся рыба подходит только к моей лунке. Концентрат такой очень хитрый, но готовится из простых и доступных компонентов. Покажу, как что смешивать, в каких пропорциях. Полностью в этом видео продемонстрирую вам рецепт, как я готовлю этот концентрат для своей рыбалки. Поэтому будьте внимательны, а чтобы не потерять это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Для начала изготовления такого концентрата потребуется 2 чайные ложки простой корицы и 3 чайные ложки с горкой молотого черного перца. Тщательно нужно перемешать 2 эти специи. И дальше все это нужно добавить сюда сок одной дольки лимона. У кого есть концентрат лимонного сока, можно сразу влить его в столовую ложку. Мало кто знает, но лимонная кислота в сочетании с черным перцем действует как сильный аттрактант для привлечения всей мирной рыбы. Дальше на основе этого лимонного сока нам нужно замешать все это густой концентрат. Добавляем постепенно лимонный сок и вымешиваем, чтобы у нас получилась вот такая вот густая консистенция, чтобы вот она в ложке держалась. У тех, у кого есть различные аминокислоты, аминовид, либо другие комплексы, сюда пол чайной ложки также обязательно нужно бы добавить. Получается вот такая добавка, от которой дуреет вся мирная рыба на любом водоеме. Был рад поделиться с вами рецептом. Не забывайте подписываться на канал. И желаю вам всего доброго. До скорых встреч.